В эфире новости агропромышленной сферы нашего региона «Вести Алтай Агробизнес». В студии Дмитрий Клишин. Здравствуйте. Готовим сани летом. Кормозаготовительная кампания в крае в самом разгаре. Хорошим урожай будет не везде, что погубило дружные всходы. Проблему создали сами. Почему в регионе случился массовый падеж пчел и каковы прямые потери? А теперь обо всем этом более подробно. Кормозаготовительная кампания в крае в разгаре. Темпы работы растут, правда, в некоторых районах им помешали дожди. Данные оперативные, цифры все время меняются, но все же. Хозяйствами края запасено около 500 000 тонн грубых и сочных кормов. Главный компонент – сено. Его накосили около 150 тысяч тонн, а всего планируют заготовить 567 тысяч. Это двойной норматив. Лучше всего сенокос идет в Павловском районе. Там на зиму запасено около 67% сена, в Кытмановском районе 56%, в Бийском почти 53%, в Петропавловском порядка 49%, в Локтевском свыше 46%, в Советском почти 44%, в Усть-Калмацком 43%. Так сегодня выглядит ведущая семерка края по заготовке сена. Сенажа заложили около 300 тысяч тонн, это 22% от плана, и 5 территорий приступили к закладке силоса. Этим занимаются хозяйства Суецкого, Усть-Калманского, Шипуновского и Заринского районов. Если в одних районах дожди мешают кормозаготовке, то в других их ждут, на них вся надежда. Недостаток влаги в начале лета скорректировал планы на урожай в Кулундинской степи до такой степени, что там возможно введение чрезвычайной ситуации из-за засухи. Такую картину из своего окна в разгар июля очень хотели бы видеть, наверное, уже многие. Но пока жара сменилась дождями только в Барнауле и некоторых близлежащих районах. На большей части края по-прежнему до плюс 30. Последние обильные дожди у нас были 15 июня, значит, 11,6 миллиметров выпало по району. Это очень мало. И вот на сегодняшний день еще у нас дождей не было. Мы уже плотно горим здесь, уже большие появились выжженные места по пшенице. Если пройдут дожди, то они маленько повлияют на результативность роста подсолнечника. Все остальное, пшеница, рожь, гречиха, уже ее не выправишь. Обследования, которые проводили в углах на прошлой неделе, показали, что в 20-сантиметровом горизонте почвы влаги всего 0,7 миллиметра. На сегодняшний день показатель уже наверняка нулевой. Пострадали не только культурные растения. Травостой тоже оставляет желать лучшего, хотя сенокос идет полным ходом. Сейчас в углах объезжают поля, чтобы приблизительно понять размер потерь. То же самое делают и в Михайловском, Ключевском районах. Эти территории наиболее сильно пострадали от засухи. Возможно, придется вводить в отдельных районах режим ЧС. Об этом на аппаратном совещании сообщил министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев. Введение ЧС в отдельных районах. Он необходим, как вы говорили, Виктор Петрович, в прошлом году, для того, чтобы обезопасить сельхозтоваропроизводителей перекредиторами и так далее. Но по помощи потом смотреть. Поэтому мы договорились все-таки, вот эту неделю мы ждем еще. И если ситуация не поправится, то в понедельник, во вторник они будут вводить режим ЧС. Пока только Угловский район. Напомним, режим ЧС вводили в крае в прошлом году и также из-за аномальной погоды. Тогда это позволило аграриям избежать выплаты неустоек и штрафов по взятым кредитам. В этой отрасли все было просто замечательно, пока в крае не стали обрабатывать от вредителей рапс. Алтайский край стал одним из 30 регионов России, в которых массово погибли пчелы. Вот следы от машины, которая опрыскивает растения. А это вот село. Вот чем окончилось такое опасное соседство в поселке «Факел социализма». Посмотрим, что там внутри улья. Внутри улья вся пчела пропала. Пятница, суббота. То есть у меня и сейчас еще пчела, которая отравленная, вот мы снимали, она еще полуживая. Не было, это первый год такая ерунда. Думал, диверсия, думал, кто-то, потому что в Поспелихе, рядом с трассой, думаю, может, кто-то взял, да, так, наверное, покосил. В администрацию Красногорского района обратились владельцы 15 пасек в связи с полной утратой пчелиного поголовья. Массовый падеж начался 1 июля. У нас в Красногорском районе возле села Игана была произведена обработка ядами химикатами полей рапса. Без всякого оповещения. Глава администрации нашего села Ольга Михайловна, она при нас 2 часа пробивалась в администрацию Алейского района. Прокуратура, ветстанция, Роспотребнадзор, Алтай природы. Никому ничего не надо. А вчера приехал, вообще все черное, все, вся летная пчела почти вымерла. Пошел на соседскую пасеку, посмотрел, там тоже все завалено пчелой.
Это уже райцентр «Смоленская». Пасеки стоят на окраине рядом с жильем. Очень плохо себя чувствовала вчера, позавчера. Сегодня вроде бы немножко полегче. Одышка. У меня бронхиальная астма, поэтому я реагирую на все вот эти вот изменения. Это диверсия какая-то. Это что такое-то? Как этот яд не изучен, и его вдруг применили? Ну, сказали, что вероятно, у меня пробу пчелы просто не возьмут. Вот я сейчас поеду в город Барнаул, там вот будет точно известно. Прямо скажу, не было такого. Вот это первый раз такая травля. Виктор Кожин держит пчел с 71-го года, и последние 28 лет его пасека в селе Никольское. Судорожные, хаотичные движения. Да, они судорожные. Да, получается, да, судорожные. Да, да, это самый характерный признак отравления. Ветлаборатория ведет отбор проб. В селе организовали осмотр пострадавших подворий. Пострадало 15 пчеловодов. 8 из них, у них официальные пасеки. А остальные, то есть у них пасеки неофициальные, то есть нету паспорта пасечного. Падеж пчел начался второго днем и продолжился 3 июля. В гибели пасек пчеловоды винят вот это поле в 4 километрах от села. Вот медоноса такого большого пока нет. Вот этот раз, ну, вчера было. Вчера. После обеда они начали падать. А где следы, что обрабатывали? Покажите. Сюда заходить они сегодня, говорит, еще вот обрабатывали. В отраве. Вот пошло, да. Это ваше поле, да? Да. Работал в ночное время суток инсектицидом 3-й класс опасности. Просто вот в день кто-то будет работать инсектицидом, и пчела будет пролетать. Она на себе принесет этот системник в улей, и улей погибнет. Пчелы есть дохлые здесь, да. За 3-4 дня до обработки полей предупредить население с указанием номера поля, внесением яда химикатов и периода их распада. Специалист цитирует инструкцию. Нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами карается штрафом в 10 тысяч рублей. Однако автоматически устанавливает виновника гибели пчел. И в этом случае пчеловоды рассчитывают взыскать ущерб уже по нормам Гражданского кодекса. Коли так вот считать, то значит 300 тысяч я потерял абсолютно, только на меде. Для расследования причины, самое главное, пресечение дальнейшей гибели пчел, 8 июля в крае была создана межведомственная рабочая группа, которая представила свои выводы по этой проблеме уже 12 июля. Пасек. Советский район, Поспелихинский, Барнаул. Мнение пчеловодов со стажем и специалистов Минсельхоза едино. В регионе случилось нечто экстраординарное. Ситуация неоднозначная. Те пчелопасеки, даже небольшие, которые не прошли ветобследование, мы не знаем ветеринарно-санитарное состояние пчел в этих пасеках и не можем гарантировать то, что гибель произошла не по причине отравления. По последним данным, из 180 тысяч пчелосемей за 2 предыдущие недели на Алтае пострадало порядка 4 тысяч. Массовая гибель зафиксирована на 85 пасеках в 11 районах. При этом во всех случаях в непосредственной близости оказывался рапс. В сравнении с прошлым годом площадь посевов рапса в крае выросла на 40 тысяч гектаров. Из общего количества 184 тысячи. Опрыскать сельхозхимией успели четвертую часть. Ну как-то это можно было подъехать или как-то оповестить через главу сельского совета, что да, вот в ближайший там день будет производиться обработка рядом с нашим населенным пунктом. Никто ничего не сказал. Одна из версий, которую проверила рабочая группа, что пчеловоды проигнорировали аншлаги на полях и предупреждение аграриев о применении ядохимикатов. Перед тем, как использовать пестицид, необходимо оповещение населения не менее чем за 3 суток. Я на 100% уверена, что пасечники оповещены не были. Вину лабораторно подтверждает выделение одинакового действующего вещества из организмов погибших пчел и образцов с обработанных полей. В Россельхознадзоре сейчас изучают 40 проб. Мы уже сейчас в настоящее время ведем два административных расследования по поводу того, что пестициды были использованы не так, как полагается в требованиях законов. Убийцей пчел на Алтае стал имидаклоприд и лямбда-цитомегалатрин. Действующие вещества синтетических инсектицидов-перитроидов ведут себя как кусок льда на жаре. Смертоносные для насекомых свойства сохраняют пару дней, после чего нейротоксин распадается. Его уже нельзя обнаружить ни в растениях, ни в мертвых пчелах, ни тем более в меде. Роспотребнадзор дополнительно проверяет соответствие содержания в бочках ядохимикатов с тем, что написано на этикетках. В настоящее время
не выявлено фактов применения неразрешенных пестицидов. Минсельхоз и Минфин региона должны оценить ущерб в связи с гибелью пчел на алтайских пасеках. 15 июля такое поручение дал губернатор Виктор Томенко. Он также распорядился разработать предложение правительству края по оказанию помощи пчеловодам. С утра в районной ветстанции небольшая очередь. Пчеловоды приходят, чтобы обновить информацию в актах о гибели поголовья. Я подписал акт обследования, который приезжала комиссия, смотрели все наглядно. Они берут сегодня по факту, вот 15 погибло, а остальные через неделю отойдут еще. Когда составляли, смотрели, одна семья только, сейчас... А сейчас морг дальше идет и идет. Да, идет дальше, идет морг. Новость-то хорошая, что хоть оплатят вам это все дело. Ну, дай бог вот. Это не новые случаи. Это умирают пчелы, отравленные раньше. Массовый падеж в Поспелихинском районе начался 27 июня и продолжался 7 дней. За это время пострадало 14 пасек в райцентре еще в трех селах. Картина была ясна уже после второй пасеки. То есть мы когда же даже на следующую пасеку приезжали, уже сразу было видно и понятно, от чего и почему. Причину отравления пчел в районе химический токсикоз подтвердили сразу три независимых лаборатории. Действующее вещество ядохимиката также выделили из почвы и образцов растений с обработанных полей рапса. Вся ошибка этих сельхозников в том, что они начали обработку во время цветения, когда пчела уже была на этих полях. Раньше обработка, особенно гербицидами, она не влияла на пчел. Проводилось всегда ночью. Почему в этот раз все вышло иначе, рассказал министр сельского хозяйства края Александр Чеботаев. До этого года не было столько вредителей на медоносах. Мы никогда не обрабатывали ни донник, практически ни подсолнечник, ни гречиху, ни рапс. В этом году, в связи с вот этой жаркой погодой, капуста-моль, рапсовая блоха, рапсовый цветоед, рапсовый листоед. Ядохимикаты применили на площади 69 тысяч гектаров в 22 районах края. В 11 из них зафиксирована гибель на пасеках. Прямой ущерб пчеловодам региона оценивается в 14,5 миллионов рублей. Откуда взялась эта цифра? Балансовая стоимость пчелосемьи в Алтайском крае 3621 рубль. По данным межведомственной рабочей группы, которая изучала эту проблему, в крае пострадало 4000 пчелосемей на 85 пасеках. Ущерб отрасли в масштабах России подсчитал президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Альфир Манапов свыше триллиона рублей. 16 июля в Госдуме состоялся экспертный совет по этой проблеме, по итогам которого, как сообщил глава Думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, депутаты намерены обратиться в Генеральную прокуратуру с указанием не просто факта гибели пчел, а именно использования контрафактной продукции и поддельных химикатов, нарушения технологии при использовании химикатов. Эксперты назвали общую для всей страны проблему – отсутствие государственного надзора за ядохимикатами. Проблемы с применением пестицидов, агрохимикатов и надзором за их применением начали появляться примерно с 2011 года, когда у Россельхознадзора были отняты полномочия по исключительному контролю за данной сферой деятельности. И вот эти полномочия на сегодняшний день, они как бы размыты между несколькими органами федеральной исполнительной власти. До 2011 года этим занимался Россельхознадзор, но его полномочия в этой сфере по предложению Минэкономразвития изъяли, передав часть из них в Роспотребнадзор. Поэтому в России сейчас отсутствует единая методика определения пестицидов, а ближайшая аккредитованная лаборатория в Беларуси. Людям надо скомпенсировать. Раз такая ситуация сложилась, и там спрос ни в отношении никого не учинишь, нет, даю поручение спокойно, без, так сказать, там, излишних эмоций. Посмотрите по источникам, которые хорошо есть в нашей госпрограмме. Может быть, есть возможность что-то куда-то перенаправить. Может быть, резервные средства какие-то задействовать. Хорошо, брат у нас выпадает с вами, побил урожай. Но мы же идем, помогаем. Но это что-то явление какого-то похожего порядка. Не зря говорят, новое хорошо забытое старое. Ветеринарам в Поспелихинском районе помог советский опыт. Вернее, пункт 4.7 до сих пор действующие инструкции 89 года по профилактике отравления пчел пестицидами. Если нет методик на выявление данного пестицида, то в исключительных случаях мы можем сделать комиссионное заключение о гибели пчел, и оно будет являться окончательным. Все, что мы сделали.
С документами пострадавшим рекомендуют за компенсацией ущерба обращаться в суд, обработчикам полей договариваться с пасечниками в досудебном порядке. Сейчас случаев массовой гибели пчел в крае нет, но вскоре начнется вторая волна химобработки полей от вредителей. Что касается господдержки, аграрии страны получили около половины от запланированного. Минсельхоз России ведет мониторинг доведения бюджетных средств. По данным, по состоянию на 11 июля регионы получили 118 миллиардов. Из них на счетах хозяйств оказалось лишь 56 миллиардов, меньше половины. Но, как отмечают в Минсельхозе, это на 10% выше уровня прошлого года. Алтайский край вошел в самую оперативную семерку регионов, где целевые федеральные средства не задерживаются на промежуточных счетах. По этому показателю наш регион опережает Санкт-Петербург и Красноярский край, но все же уступает Сахалину, Кировской области, Чукотскому и Ненецкому автономным округам. Для сравнения, в регионах-аутсайдерах, например, в Ингушетии, крестьяне смогли получить лишь 5% от адресованной им федеральным центром господдержки. По данным Минсельхоза региона, на 15 июля аграрии края получили из федерального бюджета 2 миллиарда 356 миллионов рублей. Это уже не 78, а 82% от запланированного. И в области техперевооружения аграрии края показали рост вложений почти на 80%. С начала года приобрели новой техники на 3 миллиарда 900 миллионов рублей, что на 1 600 миллионов больше уровня прошлого года. Ну, на этом у меня все. Желаю вашим семьям здоровья, домам богатства, полям урожая. До новых встреч в эфире!